Здравствуйте, с вами интернет-магазин Brewel Coffee, и сегодня вашему вниманию я хотел предоставить кофейный аппарат компании Seiko Incanto Sirius S-Class для домашнего использования. Пару слов о этом кофейном аппарате. Этот кофейный аппарат отлично подходит для дома и маленького офиса до 3-4 человек, на котором вы сможете сделать американо, эспрессо, латте и капучино. Латте и капучино придется, конечно же, сделать механическим образом, так как здесь нет автоматической системы паровзбивания для латте или капучино. Ну и перейдем к его осмотру элементов, с которых он состоит. В этом кофейном аппарате есть бункер воды на 1,7 литра. Также открывается очень просто с помощью такой дверцы. Здесь есть капли-сборник и отсек для отработанных таблеток. В этот отсек для отработанных таблеток влазит около 10 отработанных таблеток. Он достаточно небольшой, для того, что он специально сделан для дома. Ну и непосредственно сама рабочая группа, в которой происходит момент заваривания кофе. Она очень легко достается одной рукой и также легко вставляется назад. То есть определили, что этот аппарат очень легко обслужить. Также в этом аппарате имеется бункер под зерновой кофе, в который влазит до 300 грамм кофе. Бункер под молотый кофе, в который влазит 1 мерная ложка кофе. Плюсы этого кофейного аппарата. Из плюсов этого кофейного аппарата я хотел бы подчеркнуть, что он эстетически очень красивый для кухни с определенным дизайном металлическим. Также в этом кофейном аппарате идут керамические жернова, так как для домашнего использования керамические жернова достаточно нежно и качественно вываривают кофе, нежели металлические, которые зачастую ставятся на бизнес-линию. Также в этом кофейном аппарате, как я уже говорил, имеется система приготовления молотого кофе, что в принципе немаловажно для домашнего использования, так как вас могут угостить друзья, близкие кофе за границей, либо же привезенным с каких-то определенных мест, и вы можете приготовить на этом аппарате без сбивания каких-то настроек этот кофе. Очень элементарно. Также из плюсов я хотел подчеркнуть в этом кофейном аппарате, что он имеет сенсорный дисплей с подсветочкой, в котором есть достаточно много настроек. Самые основные из настроек, которые бы я хотел подчеркнуть. Это настройка непосредственно самой закладки кофе. Она регулируется от молотого. И есть 3 зерна жесткости, крепкости кофе, которые вы можете настроить. Также вы удобным образом можете приготовить эспрессо, американо, либо третий напиток, который вы запрограммируете на свой вкус и взгляд. Также здесь есть функция меню, в которой вы можете достаточно много посмотреть настроек, которые помогут вам подстроить аппарат конкретно под ваш стиль и приготовление кофе. Также здесь как есть настройки технического характера, также есть настройки, мы видим, времени. И также в этом аппарате очень большой плюс, что в нем есть таймер. Если вам на работу, к примеру, на 7 утра, вы заводите таймер на 6 утра, кофейный аппарат сам просыпается, греется, промывается таким образом. Вам необходимо, нет необходимости ждать его нагрев, когда вы выходите из душа, либо хотите быстро выпить кофе, либо опаздываете. Таким образом, вы ставите таймер, кофейный аппарат готовы, пришли, приготовили кофе, убежали по своим делам. Демонстрация, что может этот кофейный аппарат. Этот кофейный аппарат может подавать воду для добавления ее в кофе. Очень удобный, приятный дисплей. Кстати, очень надежный. Также может подавать пар. Пару необходимо энное время, чтобы набрать обороты. Ну и также он может приготовить прекрасный насыщенный эспрессо. У нас есть система SBS, на что хотел обратить внимание. Это дополнительный клапан, который установлен непосредственно уже на выходе в диспенсере.
Он добавляет добавочное давление при необходимости. Если вы не успели сделать настройку, но хотите более насыщенный кофе, исходя из максимальных даже настроек, максимальное количество зерна, то вы все равно можете это добиться еще дополнительным вращанием вот этого вот механизма, который добавочно вам сделать более насыщенный, либо менее насыщенный ваш продукт. Сейчас я это продемонстрирую конкретно на продукте. Вы по струе увидите, как будет изменяться система, как регулировать будет сам кофе система СБС. Пару слов хотел сказать от себя по поводу этого аппарата, что это очень хороший и качественный аппарат, сделан компанией Saeco, итальянец, привезенный сюда в Украину, нашей компанией отреставрированный, и продается хорошим людям в хорошие руки. Не бойтесь покупать бушное оборудование у компании Bravel Coffee. Качество – это наш основной лозунг. Все, спасибо, всего доброго.